Здравствуйте, дорогие телезрители. Пытаюсь я учить английский, и все у меня никак не получается. Если первые две недели я спокойно учил английский, у меня не болела голова, я нормально спал и так далее, то сейчас я учу английский, и у меня все хуже и хуже запоминается информация. И такое ощущение, что я просто трачу зря время. Но я также чуть-чуть отдаю себе отчет, что, наверное, стоит продолжать заниматься, а не так. Route recalculated. Что? Грустно. И мы этот, как его, забросили. Не знаю, пока что мне очень сильно грустно от того, что я прихожу, начинаю что-то делать, и мне все хуже, понятней происходит. Хуже и хуже. Начинаю понимать, что от меня требуют. Это меня иногда подвыбешивает. Turn around. Навигатор ругается. Говорит, развернись. Route recalculated. Straight 1 kilometer 500 meters. Сам меня водил буквально вчера по этому же пути. Я по этому же пути поехал. Теперь он ругается и говорит, ты типа тупой урод, не туда едешь. Глупый кожаный мешок с костями. Так вот, уроки стоят немалых денег. На уроках мы проходим тесты. Проходили. Сейчас мы опустились уже до уровня детей, потому что я попросил, потому что все хуже и хуже информация усваивается. Живу я с палестинским парнем, сейчас он говорит на английском, и если первые дни мне казалось, какой у него крутой английский, там, как он разговаривает, то сейчас я с ним разговариваю, и он не понимает моего английского, не потому что я плохо говорю, а потому что он каких-то слов просто не знает, он не знает времен, там, прошлое, настоящее, ему все равно, ему все равно, он present simply как бы разговаривает и нормально ему во всех ситуациях. И вот я, может быть, из-за этого начал опускаться до его уровня, тоже говорить и понимать только в present simply не понимаю, но как бы это очень сильно расстраивает меня. Наверное, надо денька два дать отдохнуть голове и продолжать учить английский. Я думаю, все дальше продолжится моя эволюция, но пока что я почувствовал только деградацию, никакой эволюции на данный момент. Ну, хватит ныть, посмотрите дорожку, что ли. Достаточно красивый город. In 300 meters after the bridge, turn right. Достаточно красивый город, но пока что мне тут делать нечего, прямо от слова совсем. Ну, я из города выехал, все красивые места, я профукал, чтобы вам показать, но в другой раз, может, покажу. А может, сейчас... Turn right. А может, сейчас мы где-нибудь будем ехать, и я вам покажу. In 300 meters, turn left. Вот. Нет, ну, мы по трассе поедем. Мне бы хотелось найти человека, познакомиться с человеком. Я чуть-чуть плохо умею знакомиться с людьми, но мне бы хотелось познакомиться с человеком, который понимает и говорит грамотно на английском языке, чтобы начать разговаривать. И вот, наверное, на этих выходных я пойду это и сделаю. Пойду, схожу. In 200 meters, roundabout, second exit. Пойду, схожу в бассейн, наверное, зал, и, может быть, там познакомлюсь с каким-нибудь мужчиной или женщиной. Это не имеет абсолютно никакого значения. Это вокзал, мостики, наверное.
наверное, я думаю, видно на камере мостики. Мостик пешеходный. Прикольно у них сделано. Там вот от вокзала ты на вокзал заходишь, берешь, вызываешь лифт, поднимаешься на второй этаж, и тебя поднимают прямо вот к этому мостику пешеходному. И ты спокойно переходишь через железные пути. Железные пути. И, ну, условно говоря, хайвей, как трассу проходишь сверху. А впереди вот тоже второй мостик пешеходный, но он ведет с пешеходной дорожки Passenger Way, да. Дорога для пешеходов, там, для велосипедистов, и он тоже перекидывает через вот эту страшную трассу и страшную железную дорогу. Люди туда переходят и все, и чилят спокойно, красиво все. Надо готовиться к Айлсу, готовиться. Я понимаю, как к нему готовиться, а подготовиться психологически не могу. Не знаю почему. Может быть, слишком мало времени прошло, но как по мне, так уже достаточно времени, чтобы... Я подготавливал. Straight 1 kilometer. Кайлс. Ну и соответственно, если есть какие-то вопросы. Вопросы позадавайте в Инстаграме, там не в Инстаграме. Я вам спокойно отвечу. А, может быть, что-то подскажу. Может, что-то не подскажу. Большое спасибо, что посмотрели. Огромной вам всем удачи. Учите английский язык, и не только английский. И все будет у вас хорошо в жизни.